Меня любишь? Угу. А курить ради меня бросишь? Брошь. А пить ради меня бросишь? Брошь. А зарплату будешь мне все отдавать? Буду. И жизнь ради меня отдашь? Да-да, нахуй мне такая жизнь. Неправильный ответ. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Чаечка, я могу в тебя бросить только палку, причем не одну, а пока накидаюсь, и ты не надоешь, и ты пойдешь домой. Зарплату тебе отдать, жизнь тебе отдать, господи, какой, кто-то, а кто за это, господи, запутался, ёбаный бабол, блин, да? Не надо заикаться вот так вот, раз, два, три, короче, да? Кто задает такие вопросы? Ну, а вот такие вот чайки, которые хотят забрать твою нахрен душу, ребята, вот услышал такой вопрос, типа, а ты жизнь за меня отдашь, беги нахрен оттуда, блин, вообще, тапки роняя, блин, ну что это такое, что это за вопросы такие, да? Ну, ребята, а я знаю, что задают такие маленькие вопросы такого, такого характера, блин, ну это же, и они всерьез на них отвечают, и мало того, готовы действительно отдать за эту мара женщину жизнь, вот так вот.